чтобы снять головку, мне в любом случае придется слить охлаждающую жидкость. Сейчас, наверное, вот этим я и займусь. Вот смотрите, обнаружил, что здесь радиатор валяется. Он не прикреплен, а валяется. Не знаю, как он там держался. Вот, проблемка. Наверное, придется защиту снимать. Посмотрим. Защита двигателя Renault Logan 2010. И вот на ней валяется, на этой защите, радиатор. Вот так вот. Так, сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один из них на 10, а 5 на 8 головки. А мы тем временем срываем болты защиты. Болты сорваны, теперь можно и шуруповертом. Да, в такой натяг, что, короче говоря, его тут, я вот боюсь, радиатор как бы не упал здесь. Угу. Последний болт осталось открутить, а тут на поддоне лежит радиатор. Вот так вот уперся башкой. Пришлось пожертвовать. Так, опускаем. Вот эти болты, которые были на защите, 6 штук. Я вот так всегда смотрю. Если не мешает ничего, я их всегда на место заворачиваю, чтобы потом легче было искать. Один. Второй. Ну и так далее. Болты закручивались плохо, защиты. Ну, тут грязь, сырость. Я вот так вот их своей жидкостью, которая очищает и смазывает, пройдусь. Так. Так. Четыре закручивается в подрамник, а два в саму защиту. Вот видите. Вот и что мы тут видим? А видим мы, что радиатор здесь, можно сказать, висит, лежал на защите. И где спускной кран, непонятно. Ну что, если сейчас не найду, придется отсоединять вот этот шланг, подставлять тазик. А вот видите, сломанный. Вот это место сломанное, это оттуда выскочил радиатор. Он должен был, скорее всего, стоять на резинках вот в этих вот местах. Ну, раз один выскочил, вот он пошел сюда.
Там и радиатор кондиционера валяется. Опа, вот так вот. Вот так вот, от вибрации все. Так, где же все-таки сливается эта соль? Интересно. Ну что, ребята, не нашел я крана, где сливается эта соль в радиаторе. Понятно, что это не японская машина, в которой все понятно. И где что, хотя я про французов ничего не могу сказать плохого, но вот крана, где сливается, нету. Сейчас буду что? Сейчас буду снимать вот этот хомут. И отсюда потихоньку стравливать. А что еще остается? В блоке тоже я не нахожу место, где сливается. Совершенно не нахожу. Осмотрел его уже со всех сторон. Все что угодно, только не кран. Так вот, приподнял я хомут этот. И теперь посмотрим. Опа! Вот он-то сол. Вот он-то сол. Ну вот других вариантов я не нашел, чем вот таким варварским способом слить-то сол. Вот такой крутое, вот такое крутое слитие тосола с Renault Logan. Пробка засекречена. Где она тут находится? Вот все осмотрел. Ну, время просто нет уже. Приходится делать вот так. Так, тосол слился с патрубка, но слиться-то он слился. Но он стоит где-то сейчас вот так вот. То есть я сейчас начну трогать вот этот радиатор, и он начнет потихоньку бежать, потому что в нем примерно... Ну, я не знаю сколько. Ну, минимум грамм 300 тосола-то или охлаждающей жидкости. Теперь моя задача скинуть вот этот патрубок. Вот этот вот. Ну, я не знаю, стоит ли, не стоит ее вообще снимать отсюда. Так я сливную пробку и не нашел. Не знаю, где она. Может, кто подскажет. С той стороны, сейчас возьму зеркальце, посвечу.